твои концерты, они всегда просто из всего многообразия выделяются, да? Это классика в темноте. В Краснодаре тепло относится к свежим проектам. Благодаря медитации, благодаря культуре, немножко дать возможность людям отойти от этого мира стрессового, бесконечной работы, от этих реалий, прийти к нам, и мы заберем их в свой мир музыки. И да, они могут прийти со своей подушечкой, надеть на глаза маску, лечь и просто поспать на концерте.